текущем зимнем периоде дороги в городе Невельске будут убираться быстрее и эффективнее. И в этом дорожной службе Невельского ДРСУ поможет новая техника. Шнекороторный снегопогрузчик, произведенный на предприятии Плавске Тульской области, способен за час работы убирать до 600 кубометров снега и во время движения сразу же загружать его по ленточному транспортеру в самосвал, не создавая при этом серьезных затруднений на дорогах для других участников дорожного движения. Виталий Войко, Евгений Романенко, Невельские новости.